Приветствую тебя, дорогой зритель, в моей небольшой республике. Сразу небольшая предыстория, как она строилась, может тебя вдруг заинтересует, и ты спустишься вниз в плейлист и посмотришь первую серию. Мы начали на карте, на которой нет ископаемых ресурсов. Ресурс, камень и дерево мы не добываем. Деньги мы зарабатывали на туристах, и с туристов уже денежки конвертировали в данный какой-то ресурс, закупая его кораблями большими грузовыми и перерабатывая в то, что нам нужно. Вот такая вот у нас вышла республика. Если хочешь чуть-чуть подробнее посмотреть, рум-тур был у нас в 9 серии по всей республике. Можешь первые 30 секунд там запустить и увидишь, как выглядит в общем вся республика. Ну а теперь к задачам, которые нам нужно здесь сделать. Этот город, Владивосток, нам здесь нужно построить сталелитейный завод для того, чтобы обеспечивать нашу республику. Сначала для строительства мы будем обеспечивать сталь, а потом уже для производства своих машин. В прошлой серии мы сталелитейный завод не доделали. Мы уже определились, что он будет стоять вот здесь вот, у берега. И мы будем использовать именно берег, а именно наши причалы, как склад. Сейчас расскажу в общем. В той серии я вам не рассказал, как это будет действовать. Сейчас здесь расскажу, покажу. И мы запустим этот завод в конце серии и посмотрим, как он будет работать. Так как мы не можем расположить вот эти вот склады прям впритык, потому что занимает у нас именно большую площадь сталелитейный завод, то мы будем причал использовать как склад. Каким образом? Мы возьмем еще один вот такое вот судно, которое вмещает максимальное количество стали, там вроде бы тоже 3000 тонн почти стали, и просто его пришвартуем, и будет он использоваться как склад, и будет развозить именно сталь по точкам, которым нужно, и излишек пока продавать. А потом этот излишек, соответственно, будет отвозиться на производство машин. Задача ясна, потихонечку начинаем выполнять. Сталелитейный завод сначала ставим вот здесь, вот после сталелитейного завода разрабатываем именно место для того, чтобы, даже можно сказать, не разрабатываем, а выравниваем место для того, чтобы поставить два завода по обогащению железа. Они будут где-то вот здесь вот находиться и причалы, соответственно, к ним. Так что давайте по-малому, потихонечку, и будем параллельно еще запускать город. Ну, скорее всего, я уже буду вам просто докладывать, какие были совершены действия, сколько было жителей переселено и все остальные такие действия. Поехали. Все у нас идет по плану. Завод по переработке железа и создание стали мы уже сделали. Купил я вот судно. Оно будет использоваться как склад, как я уже ранее говорил. Оно пришвартуется именно к порту, вот тут вот к гавани, и будет стоять до тех пор, пока не наполнится. Вместимость данного судна 2959 тонн, даже превышает, чем склад. Если бы просто поставить склад открытый, там он получается 1900, у нас 2900, то есть даже на 1000 тонн больше.
Также мы еще уже заселили людей во Владивосток, и они потихонечку уже начинают там обживаться на своих новых местах и запускать уже наши предприятия. Первым делом запустилось предприятие по обогащению угля. Это вот эти вот три заводика, которые все быстро перерабатывают и подают уголь на вот этот вот склад. Уже наполнилось у нас получается почти 2000 тонн угля и забитый по полной сырой уголь. И также у нас должен быть забит... Нет, уплыл. Наверное, прибудет потом еще судно, которое у нас будет тоже сырым углем забито. Также уголь уже подался в эту точку, и все у нас нормально. Самое будет ответственное, это то, как мы переживем эту зиму. Население данного города, Владивосток, составляет на данный момент 1800 человек. Из запланированных 10 000, да, тут будет 10-тысячный город, это всего лишь маленькая часть, которую вы видите. Но на данный момент все вроде бы адекватно. Адекватно и хорошо работает. Один из минусов, я не успел, в принципе, поставить еду, одежду и мясо в центральный универмаг. Она находится у нас уже здесь, по-местному. Нужно ее только доставить. Здесь одежда. В этой точке у нас получается мясо и еда. То есть все, что нужно, это просто наладить, дабы поставочка у нас была. Но это я уже потом разберусь. Тут у нас вроде бы жители довольны, да. Не все, правда, но довольны, я вижу. Плюс-минус, из потребностей их не закрывается. Как вы могли увидеть, они находятся на отдаленности от магазина, дабы закрывать все свои потребности. То есть им нужно преодолеть какое-либо расстояние для того, чтобы они приехали в центральный универмаг, закупились едой, одеждой и вернулись домой. По-местному тут стоит два дома, которые обеспечивают рабочими местами все здесь, чтобы работало, так что в принципе нормально налажено. Ну и соответственно трамваи, которые у нас курсируют вот здесь вот. Смотрите, теперь приступаем к следующему этапу. Как я уже и ранее говорил, тут разравниваем площадочку, где у нас будет стоять два завода по обогащению железа. И после того, как оно обогатится, будет подаваться на сталелитейный завод для создания стали. Так что наша сейчас на данный момент задача выровнять вот тут вот площадочку, поставить для вот таких вот грузовых портов место, приблизительно 2, я думаю, должно будет хватать, хотя может и больше, и организовать складское хозяйство, которое будет подаваться на сталелитейный завод. Давайте приступим к сия действию, сейчас мы это все будем потихонечку выполнять. Ну что, момент истины. Сейчас посмотрим, как у нас все работает. Я уже за кадром наладил. Там уже рабочие должны быть на своих местах везде находиться. Сейчас перепроверяем. Здесь 200, все нормально. Везет он нам руды железные 200. Сколько это 200, говорю? 2959 тонн. Сейчас только начнет разгружаться и должна вся эта шарманка закружиться. Расскажу, как у меня тут были какие проблемы при строечке, и все-таки я их решил. Это, кстати, еще незавершенное. Сколько хочется здесь много сделать, ну прям по времени очень долго все занимает, к сожалению. Ну, что там? Не вижу. Так, заправляется, и все, погнало.
Железная руда. Так, так. Все, смотри, прям за... Андрей как заработало. Вот это я понимаю. Люди работать хотят. А здесь? Так, здесь передача идет в эту точку. Потом здесь нормальное наполнение пошло. Все, все, смотри, заработал. Железо даже не успевает подаваться. А, дуреть. Смотри, как все работает. Сколько у нас рабочих? 257 рабочих. В принципе, это не предел. Это мы еще потом увеличим. Нам нужно будет просто жилой сектор расширить. Так, вот здесь расширить жилой сектор. И, в принципе, нормально у нас все будет. Но 200 уже человек, как бы, нормально. Очень прилично. Так, здесь работает. Да, смотри, все погнало. 46-47 тонн стали. Просто летит. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что сейчас просто нереально будет быстро сжираться сырой уголь. Сейчас нереально будет быстро сжираться вот этот вот руда железная. И придется, наверное, их по несколько покупать. Вот я уверен на 100%. Потому что, смотри, он только пришел, да, и уже нету. Все. На складе буквально совсем чуть-чуть осталось. Сколько вы жрете? 225 тонн руды. Руды 225 тонн они сжирают, как нечего делать. А нам нужно посмотреть, сколько такие стоят. Я вроде бы его за 4 миллиона покупал. Если сейчас на него цена повысилась, то нужно, значит, еще один такой. На уголь, значит, тоже еще один. И они будут потихонечку кружиться, и будет нормально. Я не понимаю, почему именно загрузка прям нереально долгая. Вот, я наблюдал за ним, он пока загрузил вот эти вот 2000 тонн, почти 3000 тонн. Очень много времени прошло, ну прям нереально много. Это прям нужно конвейер их делать. Я просто не нарадуюсь. Слушай, 200 человек? Тут сколько населения? Сейчас, да, я посмотрю. Так, 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 тут оно как-то вводит... А, население 3000 получается, да? 3000. 3000 населения, мы рассчитывали на 10, но мы рассчитывали то, что у нас будет с 10 тысячами рабочих хотя бы 5000. То есть, в принципе, если мы еще 7000 сделаем, вообще просто будет в ажуре. Скажи мне, пожалуйста, вот ты уже набил сколько? 120 тонн. Это 300 тысяч. Подожди, это ты, если полностью забьешься, сколько у тебя денег будет? Это, по сути, 200 тонн миллион. Да, 200 тонн, это миллион будет. То есть, одна ходка? Все, короче, это шикарно. Теперь давайте расскажу, что тут как строил. Смотрите, самое такое сложное было сделать вот это. Это железнодорожный переплет, который идет с дорогой. Тут перепад не очень большой. Но железку прям сильно-сильно хотелось вывести, дабы она пошла туда вперед и соединилась вот тут вот с мостом. То есть она и дальше будет идти вперед-вперед и вот так вот на возвышенность уходить в ту сторону. Соединяться там будет железнодорожный мост и уходить туда на мост. Очень хотелось, я все-таки этого добился, так что кроме... У нас получается судно еще будет прибывать сюда какой-то локомотив. Может даже с углем будет или с какой-то железной рудой прибывать, неважно. Вариаций много, железка есть, заход сюда, это очень отлично. Сколько здесь постоянно работает? Короче, до 200 человек постоянно, я вижу, работает. Ага. Теперь смотрите, как тут все налажено. Тут, в принципе, идет по цепочке. По цепочке, смотрите, как это все идет. Здесь у нас люди, вот здесь люди идут на вот эти заводы, и если кого-то, ну, как бы сильно много, они переходят на вот эту вот остановочку, понимаешь, да? На вот эту остановочку. На этой остановочке точно так же. На эту остановку приезжает автобус, на эту остановку приезжает автобус. То есть, если здесь они, опять же, настроены на вот эти три завода и котельню, если сильно их много, они переходят на вот эту вот остановочку, где у нас... Соответственно, сталелитейный завод, понимаешь, да? И они между собой еще связаны. Тут тоже приходит автобус в эту точку. Если слишком прям много, то они идут все на сталелитейку. Но я думаю, 1500 рабочих, тут пока их забьешь, это еще долго пройдет. Тут, в принципе, та же самая схема. Можно, в принципе, немножко еще покуролесить. И вот этих вот, которых сильно их много, 150 человек... перенаправить все-таки на сталелитейку, и это будет максимальный выхлоп
3000 населения, которые вот тут вот находятся. Это я немножко потом за кадром еще подшаманю, и все, это будет максимум выхлоп. Максималочка выхлоп, насколько это возможно, со всех жителей, которые здесь находятся, это будет очень круто. Надеюсь, тебе серия понравилась. В следующей серии, что буду делать, не скажу, так что подпишись и увидишь. Если очень сильно серия понравилась, можешь поставить лайк. Если сильно-пресильно понравилось, можешь подписаться и поставить колокол. Пока. Увидимся в следующей серии.